Всем доброго утра, друзья мои! Готовлю завтрак. Второй день нашего пребывания в деревне. Какие вот режу помидоры. Какие они сладкие, домашние. Обалдеть. Прямо вообще отличаются, ну, намного от покупанных. Спала я сегодня немного. Опять легла где-то в час. Интернет здесь очень плохой, хотя я и купила свой, принесла специальный такой. То включается, то выключается. Я не знаю, что за местность здесь такая. Проснулась в 7. Думаю, пока все спят, с вами делами позаниматься в интернете. Чуть-чуть заснула. Потом пободим 9. После 9 выходит, начало 10. И мне приходится уже вскакивать. Быстро все постели убрала. Вот сейчас готовлю завтрак. На завтрак я решила сегодня приготовить картошку фри. Жареные яйца, не так обычную поляну, как всегда, сыр, маслины, чай готов, сама пью кофе, чтобы глаза открыть, яички чищу и все. Сегодня у меня в планах после завтрака заниматься комнатами, все занавески перемыть, все нужно убрать. А готовить мы будем сегодня к сыру, я хочу сделать салат. И хочу с грудки на костре вот такой вот, как с луком. Мой муж хочет так приготовить. Посмотрим. Я сниму. Кстати, Аблам с племянницей сидят на карантине. Так разочаровались, что не могут попасть к нам на байрам. И обрадовались, что я все убираю, что им мало придется делать. Дай Бог, чтобы эта корона обошла их стороной. Дай Бог. И что все было хорошо в нашей семье. Все будет и так. Надо же думать все, всем хорошем. Друзья, вы понимаете, если вы будете думать о плохом, все плохое будет каждый день с вами происходить. Я, знаете, сколько получаю отрицательных, негативных сообщений, сколько писем. Я на них реагирую никак. То есть, если я прочитала письмо негативное, даже какой-то комментарий, я стараюсь не отвечать на него в тот момент, потому что может быть резко, или я это прочитала, улыбнулась, пошла заниматься своими делами, вернулась и ответила по-другому. И также вы не подпускайте к себе негатив, обходите стороной. Это очень хорошо действует, поверьте мне. Анным бабам! Кавалты хазырладым буйрун! Гюнайдын, гюнайдын! Sılıyor çiçekleri. Babacığım sen ne yapıyorsun? Ne yaptın? Burada. Şunun küçüğü var bizde küçük. Aha. Onu arıyorum bulamadım. Bugün yapacağız o. O видите как все чистенько готовится. Hadi babacığım kahvaltıya. Hadi hadi. Hadi buyur. Orada yok. Ya nerede şu nereye altına bak? Öbürü neredeydi önce? Ben orada gördüm o köşede ya. İkisi de orada. Oradan çıkardım. Kartoşuçku da böyle. Вот все, чай несу. Друзья мои хорошие, ну что, я начала уборкой заниматься здесь. Янымчик мне помогает. Все, начинаем. Башлы йорум, башлы йорус. Ну вот, комната готова. Окна перемыла. Сейчас с той стороны пойду. Занавески стираются. Вот. Первая комната готова. Пошла вторую убирать. А Немчик мне подарила очень много таких платков. Заберу и буду делать. Ну что, мои хорошие, я закончила уборку. Все диваны выдвинула, все перечистила, перемыла. Сейчас перейду на ту сторону, со стороны улицы окна почищу.
Вот у меня вторая партия занавесок. Все чисто, все классно. Родители, мама ушла за... Анема ушла за этим. Луком будем кысыр делать. Настирала невестка. Занавески, только первая партия. Ой, сейчас на диванчике вот так чуть-чуть отдохну и продолжу. Окна мыть с этой стороны, пока солнце, на то перейду. Вот так, друзья мои. Надо работать, помогать родителям. И Бог воздаст вам за все, когда хорошо относишься, уважаешь, если любишь мужа, уважаешь его семью, и все будет хорошо. Вот так мы все вместе в итоге убрали, я все перемыла. Окна с этой стороны залезла. А посмотрите, хочу показать вам яблочки. Такие они вкусные. Очень вкусно. Для меня поспевают. Все, мы все помыли. Все убрали. Еще хочу персик. Помидорки поспевают. Персик, сейчас я его съем. Бенебеклер. Ой, какая прелесть, вы не представляете, когда со своего сада срываешь и кушаешь. Вот этот возьму. Ой, какая вкуснятина. Мой муж тоже там помыл, помог мне. Помидоров сколько много, да? Виноград тоже. Ой, какая прелесть здесь жить, деревня. Баба Джим договорился насчет барана. Завтра принесут его нам, привезут. Мясник его порежет. Все вам покажу, как интересно все будет. И потом будем мы с Анемчиком нарезать мясо на эти маленькие кусочки. Ух, это столько времени. В том году, 2 года назад, и невестка другого младшего брата приезжала, помогала. И заловка, и племянница. А сейчас все, мы только с Анемчиком. Ну, если получится, если разрешение даст, должен приехать младший брат Индера с женой. Вот я их тоже засниму, если они дадут разрешение. Сейчас я сделаю перекус и обратно пойду готовить. Надо кысыр, салат. Вот я закончила кысыр. Здесь не хватает лимона и все вроде бы. Посмотрите, Анемчику и Баба Джиму понравилось. Анемчик деди чок бегендим. На себя посмотрела сейчас в зеркало, испугалась. Вся косынка поднялась, потому что я еще не села, друзья мои. Приготовила, значит, им... Ой, приготовила им. Сейчас они делают... Кавурма называется там это по-турецки. Я сейчас покажу. Все нарезала, мясо. Все приготовила, им отправила. Сейчас мужчины пускай жарят. Покажу вам. Я так устала. Анемчик да кидюр. Динле, динле, гелин. Canım benim dinlemen diyorum, dinleyeceğim. Şimdi hazırladım hep, bitirdim. Yemekten sonra dinleyeceğim. Я сказала, что мама мне сказала, отдохни, а я сказала, я сейчас все приготовила, все уже, по-моему, я все переделала, и на балконе вот эти рамы помыла, вот эти двери, все, с той стороны помыла, все сделала. Сейчас вот осталось только повесить занавески, мой муж будет, вот там вот повесил он, и все, после еды он сделает, а я буду отдыхать. Маникюр не испортился? Ну все. Кто-то сказал мне, что говорит, это говорит Баба Джиму, а Анемчику не понравится маникюр. Слушайте, я знаете, что хочу сказать? Они даже не посмотрели на мой маникюр, не заметили. Им главное, чтобы моя душа была хорошей, чтобы их сын был счастливый. А какой у меня маникюр? Главное, что я вот соответствую турецкой невестке. У меня шарвал, видите, шалвал, у меня шалвал. Так что все, маникюр им безразличный. Пошла, я покажу вам, что они готовят.
семейство. Ата, ата. Айли ата. Ой, как не гюзель. Кавурмашкин буну. Аж вообще ее хлопы. Какая кавурма будет с венком. Ну, тухарай. Я лук, здесь лук надо, мясо, 4 грудки, перец и вон там помидоры. Ух! Бабаджин профессионал, профи атешичины. Бабаджим. Хэббилиор бабаджим. Бизим. Оретмен бизим. Бабаджим. Biraz fazla olmuş. Şeyde küçük tencere. Aslında et az çok değil de. Маленькая это. Çok değil de şey tencere küçük. Маленькая посуда говорит сковородка. Bakacağım nasıl benim aşkım yemek pişirecek. Kimle konuşuyorsun? Önceki bana dedi senin aşkın yemek Türk yemekleri biliyor musun pişirmek? Ben diyorum o da önceki bir kar ne zaman oldu çok pişirdi istemiyor bıktım o yemek yapmak. Ama şimdi benim aşkım yemek pişiriyor. Ender ata, Ender ata. Ne yapıyorsun Solena? Anlatabilir misiniz? Bu saç tava diyoruz, saç. Saç tava? Evet. Aa, ben kavurma dedim. Kavurma ayrı, bu saçından alıyor ya. Kaç kusta ne kaçtı. Saçta özelliği, odun ateşinde o pişmesi daha lezzetli yapıyor. Şimdi buna kırmızı rengi vermek için domates mi atıyoruz? Domates, az biber. Lazım size salça. Yok, salça oldu mu? Başka yemek olur. Tamam, salça, только с помидорами. Var mı? Otur. Tamam. Yiyoruz biz saç, kavurma, saç ne? Kavurma. Saç kavurma. Решили сесть в доме, потому что там жарко. Приятного нам всем аппетита. Супер деревня, приезжайте к нам в гости. Ашкин сказал, что деревенские внизу сидят, а городские наверху. Мы бабаджим лабиравер көйлю. Онлары шехерли. Вкусно как, молочок. Анне о шехерли, анне о. Анне шехерли. Ресторан таки бил турю. Без көйлю бабаджим лабиравер. Олсун, олсун. Evet, ben şimdi köylü bayan izinliyorum. Ay, de çekildin, çekildin. Haydi afiyet olsun. Müşterinin sınıfa geçelim. Rüzyam ayı. Sizim çay piyom. Slukumam, vaflemi, semiçki, şulkayım. Такой луком вкусный. Мы шахерли, без көйлюйюз. Көйлюйюз, он лары шахерли. Айны да. Мы деревенские, они городские. Я все, закончила все дела, приняла душ, сейчас буду отдыхать. Чайком с луком, такой вкусный мы купили, вообще обалдеть. И не так дорого, а 10 лир, кажется, или 11, вот эта коробка. И очень вкусный, вот так вот сидим. С Ашкимом гулять. Ашким, бу, бен, гечен, гюстердим, дедим, факирлар эвлер. Ама шимди икинджи болю. Вторая серия, у меня было такое видео, он смеется. У меня было видео такое, мы шли по деревне, и я сказала, нищенские дома. Но вы просто не видели некоторые из них, поэтому бы. Вот тут даже некоторые люди жили, это разве не нищенские? И там дальше есть тоже. Просто вторая серия, так оно вызвало такой всплеск эмоций, столько негатива у многих. Ну вот действительно, покажу вам сейчас. Также все и не изменилось. Сидят там, а я яблоко ем. Смотрите, тут живут они.
собрание. Мама сказала, чтобы мы не целовали никого. А, вот тут. Aşkım burada yaşıyorlar. Evet. Burada. Bizim köylü vardı. O ayrılınca Suriyeliler oturmuş. Aa, Suriyeli şimdi oturuyor. Hı hı. O eski yer. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Bulduk. Teyzem nasılsın teyzem? Ama sen korona korkmuyorsun korona. Korona. Hayır. O yüzden okmuyorum ben. Köyümüzde yok. Ama sizde yok. Biz Mersin'den biraz dikkat etmek. Tamam. Seni öpüyorum. Size de öpüyorum. Haber abi. Nerede? Ahmet Durgay. Parkta mı? Видите, Тейзе, хотела меня поцеловать, я не дала, а вот она живет там. Мерсин не гидёр, Ашку? Ким? Араба. Трактор. Города не. Вот, видите, посмотрите. Некоторые так живут. Некоторые хорошо живут. В центр идем. Наконец-то я вырвалась из дома. Иншаллах, эвден чектым. Диорум. Это башкин букву пек биза куртулу адык. Я говорю, эту собаку мы спасли в том фильме. Мы уже не знаем, где она. Митин Йолу, Ашкам. Улица. Вот улица какая, видите? И тут дом. Бурада да я шьюрла. Видите? Баксон бебер, бебер. Не были я бы. Чтобы сушился. А вот джами здесь убирают. Темиз Лиорлар, Байрам Эчин. Центр, посмотрите. Центр Кызылджи. Кызылджа. Ой, тут еще ПТТ, оказывается, банк. Ашкин, ПТТ да банк вар, гордо. Видите? Воняет как. Фу-фу-фу-фу. Тут еще есть и парк. Видите, парк давар. Гель. Насыл гель. Вербана, насыл гель. Алла, Алла, насыл гель. Уй! Гель. Ини гель. А, Ашкин, бен душман. Сыны, ини, ини. Короче, прыгаем. Сашка. Мэриден был писалик. Вот сейчас мы в парке в этом мороженое поедим. Здесь очень переполнено все. Что-то света нет. Мороженое сейчас мне Ашкам купит. Сейчас пойдем в парке посидим все. Вот и Кызылджа. Мухи сожрали. Съели меня мухи. Цокотухи, а как пройти в парк-то? Сейчас я пойду вот так. Подожду Ашкыма. Тут собачки. Надеюсь, что не укусят нас. Здесь в основном мужчины, женщины не ходят. Мы когда пошли в том году, ой, вся деревня узнала, что я здесь была. Тут каждый знает все про всех, хотя сидят дома, но все видят.
Друзья мои, мы сейчас находимся на остановке. Вот прямо идти и выйти можно прямо на трассу. Вот остановка. Нигде вот зели дарис. Видите, настоящая остановка. Делаем экскурсию вам по Кызылджа. Ашкин, бураданы. Красавкут. Школа здесь. Города? Вот там скорая помощь. Вот там скорая помощь. Ермидор цат чалышыр? А, арабада вар. Да, гюзель. Ой, как хорошо. Посмотрите, машина есть здесь. Кач хемшеле чалышыр? Бени аладжак мысы? Это школа. Прям попали в центр. Стадион, а? Это ларашка. Стадион давар. И никого нет на улице. Но все в курсе всего. Вот акул. Брасы, спор. А, вот здесь вот спортивный зал, а здесь школа. Кач. Я шиндаги дёрла. А наукул? А, начальная школа. Начальная, Илька. Бу орада не вар? Саха. Orada. Burası da işte derslik. Короче, что-то есть. Derslik ne derslik? Ders. Okul. Dersin yapıldığı yer. Тоже по сути школьная. Burası saha, basket sahası, futbol sahası. Понятно. Tamam, gidiyoruz, dönüyoruz. Dönüyorum. Ondan sonra zaten biraz daha gittiğin zaman ne? Doğru yolu, Niğde yolu. Ага, ага. Кайсери, ну все, пошли. Анкара. Пошли назад, ничего интересного больше нету. Это сестра родная Анемчика. Вот смотрите, как она живет. У нее трое сыновей. Вот. На машине приезжают они. Вот такой сад. Угу. Вот. Ну, на втором этаже более-менее. Первый, что сделали, не знаю. Не сравнить наше. Думаете, из Дахэ пар? Бу нане мы? Нане бу? Нане мы. Истан мы берем медикуля. Хайр, хайр, эстимеру. О, думаете, не гюзель фарклы вар, а? Вашкин более. Тыгышек. Видите, у него длинненькие помидорчики здесь. Буда кабагашку. Тамамашкам, кабак, кабак. О, посмотрите, семечки будут. Как у подсолнух, нифига себе. Ничего себе. Ну ничего такого особенного. Тут, говорит, кабак. Видите, кабачок растет. Вот тут такая вот система. Видите, как более посовременнее. Там подсолнух. Маленький сад у него. Конечно, у нас, мне кажется, получше. Тут яблочки еще зеленые. Ничего особенного нету. Виноград мало тоже. А мам, вот эти. Тезем, да, эльма и юкленмиш. Кышин, ушит мадин сен кышин, кышин. Согук чок му бурада? Кышин, кышин дёрым, согук бурада? Ха, чок, чок. Ягмур вар чок? Ве кар, кар? Кар вар. Ха, я пису вар. Кар вар? А, я говорю, снег есть. Чела бичей вар, берем дорда и кайнатма и лечи. Не? Речел вар дих. А, речел истимеры, тешекюрле. Вар речел. Она мордан и? Нерде? Ханги речел, ханги.
Инжир. Инжир seviyorum. İncir çok seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Niye? İncir yok burada teyzem. Teyzem nasıl seni öpmek istiyorum ama olmaz. Sarılmak seni istiyorum ama olmaz. Ben de seni sarılmak istiyorum. Я хочу тебя обнять, сын. Geçsin, sarılamıyorum, geçsin. Yok burada bizim köyde hiç hastalık. Yok, говорит, нету у них в деревне, говорит. Ama anlıyorum, burada yok. Biz şehirden geldik, bilim. Biz daha kalabalık yerden geldik. O yüzden bizi koruyun. O yüzden dışarıdan gelenlere biraz benim daha... babam da öpmedim. Babam da öpmedim. Tamam, sarıl. Tamam, ben istedim babacığım. Tamam. O da daralıyor ya, daralıyor. Korkuyor baba. Korkuyor, говорит, боится. Ну, надеюсь, вы, друзья, понимаете наш разговор. Я так по-простому говорю. Teyzem, вот такая у нас тетя. А, говорит, когда я маленький был, говорит, я тут ложился. Başka iş yok mu? Hayır, arazide, tarlada. А, да, когда поездили на поля. Pancar sularken içinde yatıyordum. Aha. Gece? Gece, tabi. Anladım. Bir sürü şey geliyor, böcek. Tamam, anladım. Hadi aşkım, git. Вот и тетя пришла, teyzem пришла со своим сыном. Geniştesi oldu, şimdi sonra. Bu en büyük? En büyük o. En büyük değil, en büyük Mahmut var. Ha, o. O ikinci. Orta. Ortanca, öyle diyelim. Это средний сын ее. Adınız ne söyleyeyim? Kamber. Kamber. Teyze. Şey diyeceksin, Kamber Ata. Kamber Ata, evet. Kuzen. Da, kuzen, brat, evet. Двоюродный, можно так сказать. Вот, пришли, они чай выпили, но я не поснимала. Спросила, можно сядь? Они сказали, можно. Вот так мы сидим, чаевничаем. Вот я тоже здесь. Невестка турецкая. Ашка мой. Насыс. Байрам, байрама хазыр мысын? Байрама хазырым. Побрился, все хазыр. Венде хазырым.